Всем привет, ребятки! Сегодня мы поиграем в игру «Симулятор козла». Блин, когда я начинаю говорить таким голосом, реально становится угарненько. Да, ребятки, сегодня мы поиграем в игру «Симулятор козла». Значит, игрушка всем довольно-таки до боли знакомая. Кто-то играл, кто-то, может, смотрел. Я лично в году 2014 играл на телефоне в нее. И игра мне просто очень заходила. Ну и что же, сегодня мы, так сказать, поностальгируем, поиграем. Значит, у нас уже был симулятор козла на нашем канале, но и как-то вот не хотелось его пока, вот так сказать, играть. Мы одну серию выпустили, чисто вот побегали, притом в мобильной версии мы поиграли. А сегодня мы посмотрим компьютерную, так сказать, погнали. Окей, в компьютерную я еще ни разу не рубился, посмотрим, сделаем, так сказать, отличие от мобильной версии. Мобильную реально я очень любил, вообще, играл, наверное, года два в нее. Окей, погнали. Погнали, плей. Что же у нас? Козел, наш любименький козел. И что же, погнали? Капец, я помню. Вот. Так, давай-ка. Ух ты, смотри, козлиный беспредел. Погнали творить. Окей. Капец, какое управление тут. Так, 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 так. О, козлик, привет. О, что это? Я кого-то убил. Я собрал одну из 30. Окей, я тебя понял. Подожди, стой еще наверх. Наверх давай. Окей, мы сейчас будем, короче, собирать какие-нибудь статуэточки. Так, что у нас тут? О, получено достижение. Наконец-то. Ну, не знаю, наверное, наконец-то. В смысле, а что так темно? Тихо. Вот. Так, знаешь, в чем прикол? Наверное, наконец-то, потому что очень сложно забраться на эту лесенку. В мобильной, например, реально было очень трудно забраться туда, но вот как-то никак. Так, что это? Давай, что это такое за желтенькое? Оу! Так, чувак, куда ты бежишь от меня? Ты мне понравился в оранжевом костюме, чувак, не убегай. Так, давай. Все, погнали творить. Погнали творить. Козлиный беспредел. Ой, ё-моё. Так, давай, можно в дом... Чувак, не убегай от меня. А ну-ка, я тебя сейчас сделаю. Блин, так, давай-ка. Так, стой. Куда? Куда? Тихо, стоять. Подожди, тут вроде можно, так сказать, людей брать. Подожди. Блин, ты слышишь эту музыку? Ты слышишь эту музыку? Блин, она капец угарная. Блин, я помню, подожди. Вот, в парке, вот я не знаю, вот у тебя должен быть парк в городе. Вот лично у меня в парке, вот в этом Таврическом саду, короче, вот всегда люди занимались какой-то фигней. Там, знаешь, йога какая-то туды-сюды, вот это компании собирались. Я не знаю, вот зачем они это делают, но, короче, такую секту устраивают. Но мы, короче, сейчас эту секту разгоним. Наконец-то я могу. Куда ты уходишь? Дядька! Давай. Смотри, тут танцует кто-то. Капец, капец. Парти крэшер, давай, давай. Творить полную жесть. Так, что у нас тут? Мы можем ракету запустить? Воу! Полетели. Полетели. Бум. И куда меня отнесло? Куда я попал? Я хочу в город. Ракета, ты что сделала? Я в город хочу идти. Так. Так, давай, бум! Шикардозно. Ребятки, у вас тут что-то мужик горит. Может, потушите его или как? Он куда ты побежал? Блин, капец, у вас тут люди горят. Так, давай-ка вот так, шикардозно. Давай, бум! Так. Эй, куда ты убегаешь, ну-ка? Я сам себя поджег. Шикарно. Так, они опять там собрались. Ну-ка, Вэк! Отсюда. Вы меня бесите. Вот меня всегда бесили вот эти, знаешь, компании. Вот, так сказать, компании. Вот именно вот они собираются там, йогой занимаются. Нет, они меня реально бесили. Я не знаю почему. Там всегда музыка какая-то играет. Ну вот, я наконец-то могу разогнать. Хотя тут это не компания, тут митинг против чего-то, наверное. Против козлов, да, ты митинг устраиваешь? Ну я тебе сейчас сделаю. Подожди. Что там написано? Эй, стой, я хочу прочитать, подожди. No. Пенис в еде. Так, давай.
Вот так. О, получено достижением. Зачем это тут? Да, я тоже спрашиваю, зачем это тут? Ну зачем? Вот зачем ты устраиваешь эти вакханалии вот в этом парке? Так сказать. Окей. Ну-ка. Ну-ка, бабах тебе. Капец. Знаешь, игра заточена чисто на веселье, чисто побегать, повеселиться. Это чисто козлячье GTA, так сказать. Чисто козлячье GTA, и вот ты чисто вот творишься. Чисто. Чисто творишь всякую херню здесь. Я тебе честно скажу, тут до хрена вот достижений, где-то 130 с чем-то. Окей, и значит, мы их тут можем чисто получать за всякую вообще вакханалию. Ну-ка, козлячий секас. Чё ты творишь с ним? Капец. Так, куда ты, мужик, бежишь? Чё он об колонку врезался? Оу, блин, ну вот это было жестко. Вот это было жестко, ладно. Погнали. Что у нас тут? В дома мы зайти не можем, да. Так, чел на крыше. Я козел, я запрыгну куда хочется. Да. Давай-ка, давай-ка. О, тут какие-то рампы. Так, ну-ка выбиваем. Выбиваем ворота. Что у нас тут? О, батутик. Батутик, спокуха. Батутик. Бум, бум. Тихо. Тут очень сложно прыгать на батуте. Ю-ху. Давай, ба-бум. Давай, бум. Офигеть. Это просто шикарно. В смысле я... А, не, я не сдох. А мы тут вроде поддохнуть-то не можем. Блин, я помню, мы вроде, как сказать, черепашек-ниндзя в канализации обнаруживали. Я помню, вот когда играл в симулятор козла, там были черепашки-ниндзя в канализации, представляешь? Я не знаю, сможем мы их найти, но, короче... Так, подожди, нам нужно попробовать вот как-нибудь отсюда прыгнуть. Давай. Раз, два, три. Блин, нет, не получается. Подожди, а как я вылезу-то? А как я вылезу-то отсюда? Вот, все, погнали. Так, мужик, что ты тут стоишь? Пусть там побегает, окей. Капец. Ой, блин, это офигенно. Подожди. Стопэ. Я хочу на эту рампу. Капец, реально угарно. Так, давай сюда, на рампу. Быстрее, козлик мой родной. О, блин, это шикарно. О, это шикардозное чувство. Тихо, давай сюда. Капец, какие-то матрасы обосранные. Так, я хочу еще на рампу. На рампу. Давай, бум. Тут, кстати, в этой игре очень много секретов. Это капец, тут очень большой мир. По типу как в GTA, реально, я тебе говорю. Я тебе говорю, реально по типу как в GTA. Так, Wall Runners, что-то окей. Комплит. Окей, давай сюда наверх. Так, спокуха. Все вот тут. Так, давай-ка. Как нам отрубиться? Я... Вот. Погнали. Погнали. Давай, что сейчас будет? Давай, юху, козел наш любимый. Об скамейку ударяется, ладно. Давай, вставай. Тут, кстати, вроде есть кооператив. Я хз, но вроде как тут можно кооператив устраивать в этой игре теперь. Тачка, тачка, не сбей меня. Куда ты, козел бедный наш? Как мне жалко козла. Капец, ладно. Но ничего, мы сейчас ему отомстим. Мы отомстим людям. Так, давай-ка вот. Я думаю, знаешь что, в следующей серии мы посмотрим, так сказать, город. А пока что мы сегодня побегаем, так сказать, в деревне. Давай, козлиный секас. Козлиный секас. Козлиный секас. Ё-моё, мы полную жесть устраиваем, хаос. Блин, это вообще жестко. Бу-бум, бу-бум. Воу! Что мы только что... Мы заправку разрушили. Ребят, мы заправку разрушили. Я в магазин не успел за хлебушком сгонять. За чипсонами, за колой. Я не успел это сделать. Капец. Ой, а как нам выбираться-то отсюда? Тихо. Вот это месиво, вот это месиво, ребятки. Погнали. Козел устраивает полную жесть. Так, что? Стройка? О, я хочу туда. Стоп, сейчас проберемся. Не волнуйся, браток, сейчас проберемся на стройку. Сейчас мы туда попадем. Так,
Тихо-тихо, голова козел. Капец. Ты посмотри, что с головой происходит. Вообще жесть. Так, ладно. Нам, походу, далеко придется на стройку ползать. Капец, там дома, там лес. Блин, ёптыть-моптыть. Тихо-тихо-тихо. Наверх. Козлик наш родной ползет наверх. Так, а что нам тут делать? Блин, мне даже как-то страшно. Но если мы прыгнем на батут, то это будет круто. Блин, я уже хочу это сделать. Я не знаю почему, но мне уже хочется на батут прыгнуть. Ладно, давай тихонько-тихонечко-тихонько сюда наверх. Быстренько. Тип-топ-топ. Окей. Так, и что у нас тут? Тихо, можем сюда пройти. Блин, представляешь, мы сейчас прыгнем на батут? Это будет вообще круто. Блин, я обожаю вот козлячий саундтрек. Реально, послушай, как это круто. Реально, это очень круто. Вообще классный саундтрек, люблю. Это так, окей. Козел, давай. Как мне отсюда выйти? Как мне отсюда выйти? Ладно, придется походу туда пройтись. Кстати, давай-ка сейчас... Чувак, а ты не знал, что тут козел бывает? И что он тебя может скинуть? Капец. Бедный чувак. Мне его реально что-то жалко стало. Тихо, тихо, тихо. Я хочу наверх. Все шикарно. Так, сейчас, короче, спрыгнем на батут. Погнали. Нифига, куда я ползу. На самое высокое место. Офигеть. Ой, там трофей. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я хочу трофей. Козлячий трофей. О, получено достижение. Козел горы. Шикардозно. Это очень круто. Ты посмотри, какой классный козел у нас. Ты бы хотел бы себе такого козла? Ну-ка, признавайся. Чувак, ты бы хотел бы себе такого козла? Да или нет? Я бы хотел бы такого козла. Блин, капец, ладно, давай. Давай. Сейчас прыгнем. Смотри. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот все, точная метка, погнали! Уху! Блин! Давай! Это жесть! Моя жопа! Так, давай. Давай, бум-бум-бум, людей всех. Ты видел, чувак с крыши спрыгнул? Капец, что происходит тут? Ладно, давай. Блин, я помню, на телефоне вообще жестко угорал. Вообще, на телефоне вот тоже, вот если ты вот скажешь, да ну... О, реактивный ранец! Ребятки, у нас реактивный ранец! Подожди. Стой, давай! Бу-бум! Давай, полетели! Что это? Что это летит? Стой, там что-то летело! Что это? Космический корабль! Я хочу Это что, это космический корабль? Давай, космический корабль. Я хочу в космический корабль. Давай. Капец. Так, спокойно. Чувак, у тебя разрушено? Так сказать, у этого чувака? Я не знаю, может это парень, либо женщина. Женщина, скорее всего. Вот зачем тут торговать? У тебя разрушено? Вся заправка, а ты тут торгуешь. Капец. Так, давай. Блин, вообще жесть. Давай, выходи. Чё ты там вякаешь, я тебя не понял. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, я тебя сейчас сделаю. Шикардозно. Блин, это вообще угарно. Давай, давай наверх, полетели. Полетели. Так, шикардозно, блин. Давай, бум. Давай, 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 юху! Шикарно. Так, давай, вообще круто. Капец. Я, главное, не могу снять. Я не могу снять. Воу, кто это? Мужик, ты там, наверное, застрял, давай я тебе помогу. Давай. Ё-моё. Так, давай, юху, полетели. Да, на самую высокую стройку я, конечно, не залечу, ну да ладно. Клёво. Я так понимаю, нам нужно реально находить вот эти золотые побрякушки, так сказать, и за них получать достижения. Давай, бум! Капец, ну все, мне надоел уже джекпак, я хочу чего-нибудь другого.
Хотя мы вроде его подбираем, как бы джекпак. Как джекпак. Так, давай. Давай. Чё вы тут делаете? О, блин, я тоже хочу жрать! Так, я тоже хочу. Ты посмотри, что с козлом происходит. Ё-моё, смотри, куда мы взлетаем. Я научился, походу, управлять козлячим реактивным ранцем. Давай, ю-ху. Я не знаю, что у нас тут по миссиям, но давай посмотрим. God Castle. Капец, тут много миссий у нас, дохренище, так сказать. Так что, ребятки, пока закончим мы на этом данную игру. Симулятор козла сегодня у нас был на повестке дня, так сказать. Очень повеселились, очень... Побегали, так сказать, вспомнили былые времена, козлячие. Козлячие былые времена вспомнили, ребятки, да-да. Так что на этом мы пока закончим, продолжим в следующей серии. На этом все, подписывайтесь на канал, для этих видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.